Всем привет, вы на канале Crypto Commons, это короткий апдейт, биткоин у нас с вами стоит в этой зоне, стакан все еще такой же пустой вниз в моменте, и ничего толком не произошло со вчера. По Candle Wave у нас с вами идут продажи, тренд красный, и вот он сильный уровень 26500, от которого потенциально мы можем отскочить. Смотрим на Trading View, биткоин, 4-часовик, у нас тут появились Market Order Bubbles, пузыри рыночных ордеров. Плюс так красиво загибается, в принципе, сайфер. Правда, сейчас красная точка в моменте. Короче, походу мы сейчас можем щупать дно и скоро уже где-то отскакивать, потому что по эфиру, смотрите, там гораздо больше этих точек. И очень хороший такой диверок и желтая точка. Короче говоря, по эфиру уже похоже на заходной, ребята. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Лонг или шорт в моменте. Вот, биткоин кэш тоже, посмотрите, отбился от уровня. Опять же, после красного пузыречка, походу, собрался наверх. Короче говоря, выглядит все более лонгово, чем шортово, на мой взгляд. По ТРДР тоже, если мы отдалимся, мы видим по стаканам, что по сумме спотовых стаканов, что тут железобетон по 26700, по 26600 и по 26500 держат цену. Так что в приоритете лонг. Перепишем локальный хай сейчас в моменте или нет, это вопрос открытый, напишите в комментариях, как думаете вы. И если вы торгуете этим активно, то я вам спешу сообщить, что на бирже Gate с 10 числа этого месяца по 10 число ноября, соответственно, специальная акция для подписчиков Crypto Commons. Чуваки, они раздают просто какие-то крышесносные бонусы, причем даже не на депозиты, а на объем. Смотрите, минимальный депозит для участия в акции всего 0,0002 BTC. Другими словами, 20 тысяч сатоши. То есть это $5 просто достаточно внести, чтобы участвовать в акции. Все, что нужно, это быть зарегистрированным по нашей ссылке из описания на Gate и внести вот хотя бы вот такой депозит. Или выше, в USDT тоже, я так понимаю. И тогда вам открываются вот эти вот все награды за торговый объем. То есть, если вы торгуете 500, торговый объем $500, $5 приз. Торговый объем $10,000, $10 приз. И таким образом можно дойти вот до торгового объема $100,000. Это очень быстро, на самом деле, набирается, чтобы вы понимали. Торговый объем $100,000 – это не так много сделок. $50. И, соответственно, если вы доходите до, вот, допустим, $5 миллионов торгового объема, то у вас уже $500. И если вы доходите до $75 миллионов торгового объема, у вас приз $10,000, ребята. Вот такая невероятная акция от Gate. Поэтому, если вы активно торгуете, именно скальпите, то пишите в ней поучаствовать по нашей ссылке из описания, только для подписчиков Crypto Commons. Вот, я здесь пока открыл лонг только по Dash'у. Опять же, немного рано зашел, но вот сейчас мне кажется, что мы отбиваемся от трендовой по Dash'у, да и в принципе по Dash'у, слушайте, пора закрывать не только все вот это падение, которое мы видим на экране, но и глобальное падение вообще, которое мы видим на графике Dash BTC, ну тут как бы, ребят, мы сейчас говорим с вами об отскоке вот здесь, но в целом я жду отскок вот сюда, как минимум, потому что в целом я жду отскок куда-то вот сюда. И это с текущих, ну, где-то 20 иксов к биткоину, ребята. Это личное мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылочки в описании. И помните, самое главное по биткоину, ребята, помните, что сегодня пятница 13-е. Сегодня пятница 13-е, так что в моменте могут устроить сюрприз, как вверх, так и вниз. Поэтому ставьте стопы, ставьте тейки, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь к нам в телегу. Всем профитроли и до следующей встречи, пока.